Так, друзья, мы на стрит-фесте, мы здесь будем два дня, мы будем общаться с самыми разными интересными людьми, и рядом со мной человек, который вообще на рандоме попал на ГГ, потому что сначала появился Виктор, а потом Виктор сказал, что нам нужен срочно иллюстратор, человек, который будет в определенном стиле рисовать смайлики, потому что это прям отдельная роль, на это нужен отдельный человек. Я тогда сомневался, ну что эти 15 смайликов нарисовать, да? Ну, вот. Что Витя не может? Я думаю, ну, что-то он будет. Вот. Но потом, и Витя, когда Савелий прислал свои первые работы, сказал, это то, что нам нужно. Типа, это база, но на этом уровне, в этом стиле можно развиваться, можно идти дальше. Ну, ты помнишь те смайлы, которые те первые, наверное, стыдно. Позор. Вот. А сейчас Савелий, он же современный, он же человек с высшим образованием по авиационной сварке. По какой? Авиационная сварка, да? Да. Что ты мне поправляешь? По какой? Вот. Он мало того, что выгодно отличает Good Game от любых других стриминговых платформ, потому что что-что, а смайлы у нас самые классные. У нас смайлы самые мемные, самые няшные. Они анимированы были за года до того, как анимация появилась на Твиче. До того, как анимация вообще появилась? Вообще появилась. Я придумал Савелий анимацию эту самую. Потом уже Твич начал воровать и пошло-поехало. Да-да-да. Все, что вы видите, это вот следы Савелия наследил. Вот. И сейчас он, например, значительную часть иллюстрации сделал и для стримфеста. Для сайта. Вся? Вся. 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 А, он поэтому и говорит. А что это? Там таких, ладно, не будем смотреть по сторонам. В общем, это прекрасный пример того, как человек, занимаясь любимым делом, хоть и в каких-то там своих там, обязанностях, проэволюционировал за лет 6. Вот человека, который 14 пикселей собирал, 14 на 14, до комнаты, например, с ачивками, в которой там 100 этих 10 предметов, которые он сейчас анимирует, и человека, который иллюстрирует крупнейшую стриминговую выставку. Это не похоже на интервью, это подводочка. Савелий, как коты? Я не знаю, коты лучше все. Надо ближе тебе к микрофону. Коты лучше всех. Спасибо большое. Тебе они мешают работать? Как ты вообще успеваешь? Мне работу постоянно саботирует чат. Мне пишет Tomorrow Hero, пишет CGO, пишет Киена, пишет Ньютон. Наши любимые стримеры все постоянно в личку мне пишут. Отвлекают постоянно от работы. Работаю буквально один раз в неделю. На остальное все время отвечаю просто в личку всем. Привет. Ага. А что они хотят? Спрашивают отцовского совета. Тип не всякой пишет, короче. Ясно. Ты весь свой процесс стримишь или не весь? Нет, далеко не весь. Когда есть идея что-то постримить интересно, я запускаю стрим. Стримлю. Раз в год, два. Идея интересная появляется. У меня ощущение, что меня троллят просто. Я с Экспомом немножечко выпал из дневных стримов. Обычно я как работаю с утра до обеда, до после обеда. Смотрю стрим, соответственно, а потом после этого запускаю сам. В смысле, ты стримишь Экспом, потом всего же стрим смотришь? До того, как Экспом начал стримить, у меня был распорядок, что я трансляция начинал часов 5, часов вечера. А когда Экспом появился, даже дневные стримы, которые я слушал раньше просто, занимаясь делами, они уже проходят мимо. Поэтому я не знаю, ты троллишь меня или нет. Ты стримишь. Как всегда абсолютно серьезно. Ладно, хорошо. Расскажи, какие у тебя планы на ГГ? Вообще планируешь работать? Да, разумеется. Планов огромное, миллион количество. Так. Тебя коты научили считать? Сколько корма насыпется? Весь. В сентябре у нас будет Диабло. Будем по Диабло смайлы рисовать. Да, кстати, у нас по Диабло еще будет марафон с призовым фондом $5000. Слушайте, ну, вот так.
постараемся сделать в лучшем виде. Ну и новый смайл добавим. Опять? Селектор я не дождусь новый. Будем заваливать количеством, пока новый селектор у нас не появится. Хорошо. Хорошо, у тебя есть вообще представление, как селектор должен? Ты видел приложение на iPhone? Есть iPhone? У меня самый дешевый телефон Xiaomi. Самый простой. Должен мне до iPhone. Я думаю, Виктор разберется. У него была куча идей, он говорит. Да. Может быть, он как-то аккумулировал идеи чата, и там у него есть гениальный фишек. Человека, который аккумулирует идеи. Видите, да, хороший. Многие его недооценят, но он действительно очень хороший человек. Нет, вот. Если бы мы... Ладно, я не буду ранжировать, но по степени ответственности Виктору точно в команде нет равных. Вот по степени ответственности вообще. Правда. То есть он задолбает всех просто. Он единственный, кто всех пинает. Да. Постоянный контакт со всеми. Виктор молодец. Безусловно. Ой, Витя, Виктор. О, аккумулирует. Блин, не надо его хвалить. Не надо хвалить. Не надо было. Хорошо. Значит, сейчас ты выдохнешь немножечко после стрельфеста, подосвободишься. Потому что, ну, я, если честно, замечаю, что ты пропадаешь. Вот честно скажу, замечаю, что пропадаешь. Вот. И это расстраивает меня. А мне мало задач. Я придумал себе работу. Она такая объемная, что они не видно. Ачивки. Ачивки, да. Стикеры я все еще делаю. Я хотел экстрафест сделать, но из-за огромного загруза в последний момент я просто встретил зашки. Мы их обязательно сделаем. Хорошо, давай это самое. Если ты меня не троллил, то продолжай стримить весь процесс. Просто возьми это за привычку. Бахаешь, рисуешь стрим. Будет контент уникальный. Вот, а мы это самое. Скиньте, пожалуйста, еще раз на современного ссылку. Лучшие коты на Бэтгейме, там, смайлики. Да. Лучше, чем бобры. Вообще никто не спорит. Ну и футболочки ты себе выбрал уже. Да, я щеглов набрал. Чего? Набрал? Брал, знаешь, щеглов. Что как бы надо сам одну футболку? Я в подарок за. Окей. Себе я возьму завтра, если останется чуть. Хорошо. Спасибо тебе за все. Спасибо, Савик. Тебе спасибо. От души. Вот гейм от души.